Доброе утро! Я знаю более 40 разновидностей упражнений планка. На первый взгляд кажется, что стоять в статичной позе, удерживая только свой вес, легко и просто. Но у новичков уже после 20 секунд такой тренировки начинают дрожать руки. Если вы хотите быть в форме, без этого упражнения не обойтись. Ведь оно прекрасно укрепляет мышцы пресса. Сегодня я покажу планку, с которой стоит начинать малотренированным людям. Ложимся на живот, ноги вытягиваем. Руки сгибаем под прямым углом, опираемся на локти. Для удобства можно сцепить пальцы в замок. Немного сгибаем колени, отрываем таз от пола. Туловище должно составлять одну прямую линию от плеч до бедер. Чтобы поясница не прогибалась, напрягаем мышцы пресса и ягодицы. Голову не запрокидывайте, шею не напрягайте. Она должна продолжать линию позвоночника. Застываем в такой позе на 30 секунд. Если упражнение кажется вам простым, покажу, как его усложнить. Прямо из планки поднимаем и выпрямляем левую ногу. Вытягиваем носок. Макушка, плечи и ступня должны оказаться на одной линии. Чувствуете, как напрягаются ягодицы и задняя поверхность бедра. Через 30 секунд меняем ногу. Вот так. Выполните 3-4 подхода. На первый раз этого достаточно. Постепенно увеличивайте количество повторов и время, проведенное в планке. Тренируйтесь 3 раза в неделю и вскоре почувствуете себя сильными и здоровыми.